Владимир Путин попал в список гонителей свободы слова по ошибке. Пресс-секретарь премьер-министра заявил, неизвестно, какими критериями пользовалась организация «Репортеры без границ», обвиняя Владимира Владимировича в притеснении масс-медиа. Дмитрий Песков считает, что мир судит о России, руководствуясь стереотипами. Подчиненный российского премьера полагает, я цитирую, «Путин сделал очень много для того, чтобы СМИ были экономически независимыми и свободными». Напомним, Путин вместе с Рамзаном Кадыровым попал в список правозащитной организации накануне Дня свободы печати. В сообщении репортеров говорится, что эти лидеры влиятельны, опасны, жестоки и ставят себя выше закона. Кстати, пресс-служба Кадырова обвинение международной организации также опровергла.